Исправительное наказание, значит, наказание, которое исправляет. И вот здесь проявляется мудрость родителя, потому что родитель знает, какое наказание дать так, чтобы оно сработало. Если не срабатывает одно наказание, тогда родитель думает, а какое следующее наказание. Не срабатывает это, и ищет следующее. Родитель мудрый, поэтому в этом должны общаться родители между собой и просить мудрости у Бога, чтобы знать, какое наказание дать ребенку. Говорю, не обязательно физическое наказание, тем более даже в подростковом возрасте уже физическое наказание, но унижает. Ты не можешь применять эти наказания, они унижают. Если унижаешь, тогда это ни в коем случае не исправишь. Наоборот, это раздражает его, он возненавидит тебя, возненавидит Слово Божье, возненавидит все. Этого не надо делать. Как родитель, ты должен быть мудрым и искать те наказания, которые дадут положительный, хороший результат.